негласного тендера. Михаил подтвердил, что понятия не имеет, где рукопись отца. Парни еще раз подробно расспросили о окружении погибшего, особенно о тех людях, которым тот доверял и кому теоретически мог оставить бумаги на хранение. В результате возник небольшой список, в котором фигурировали в основном уже известные люди с работы. Но появился там еще один персонаж, которого раньше почему-то никто не упомянул. Адвокат Виктор Нерушанин. Сыщики пробили его по спискам посетителей прокуратуры. Когда там начнется копия первой страницы разыскиваемого документа и сразу же натолкнулись на эту фамилию. Остальное было дело техники. Записи действительно хранились у Нерушанина. С его слов Сергей Ефимов передал ему эту тетрадь за 3 дня до смерти. Бывший санитар опасался за собственную жизнь, утверждал, что его пасут люди, которых он хорошо знает, и что эти люди ни перед чем не остановятся. В случае внезапной смерти Ефимов просил сразу передать первую страницу следствию, а остальное только после того, как адвокат убедится, что членам семьи бывшего санитара ничего не угрожает. Предсмертные записки, ну это не сильно, не очень большие, но по крайней мере, людей было понятно, что существует группа и там.